у вас есть два способа, ну, растить свой бизнес из существующих, известных сейчас в природе. Это проектный подход и продуктовый подход. В чем разница? В проектном подходе вы мыслите человека часами. Ну, потому что проект — это всегда ресурсы человека часы. Это вы, когда масштабируете человека часы, вы ступенечками поднимаете свой бизнес, и это рост, ну, экстраполируется как линейный. Когда же ты думаешь о пользователе, о покупателе или о каком-то другом юните, но чаще всего это все-таки что-то ассоциированное с человеком, то если человеку нравится у тебя в продукте, он покупает что-то маленькое, то он начинает возвращаться. То, о чем говорила Алена, когда говорила про когортный анализ. Окей, мало того, что он возвращается, он еще, скорее всего, рекомендует твой продукт своим друзьям, да, то есть у нас есть виральность. И получается, что ты размножаешь потребление в продукте по принципу, как размножаются кто? Кролики. Кролики. Да, кролики. Кролики размножаются по Фибоначчи, да, то есть, в принципе, похоже на экспоненту. Если вы почитаете статьи, например, Сэма Альтмана, это как раз про стартапы, которых стало много в России, то что он будет говорить? Он там часто пишет, успех — это когда вы растете по экспоненте. Теперь возвращаю вам назад. Что такое продуктовый подход? Это когда люди хотят, чтобы у них бизнес рос по экспоненте. То есть каждый день на порядок вырастал. Сегодня я зарабатываю 10 рублей, завтра 100, ну а через год я уже доллар-миллиардер, понимаете? И именно поэтому, когда ты размножаешь продуктовый подход, когда размножаешь потребление пользователя, тебя и как раз интересует, сколько ты наразмножал, то есть сколько, простите, этот кролик родил крольчат, измеренных в потреблении его в твоем продукте. Вот и все.